начнем с пепперони головатой. Это то растение, которое я лично сам обожаю. Вот такое красивое, пышное растение, покрывающее полностью вот такими вот побегами лазущими свой горшок. Интереснее оно смотрится в кашпо подвесном. Вот в таком вот подвесном кашпо продается. Смотрите, что касаемо в подвесном кашпо будет стоить 700 рублей крупное растение. А вот в таком вот виде в горшке будет стоить 500 рублей всего-навсего. Растений немного, каждого вида буквально по 2-3 штучки. Поэтому, пожалуйста, быстрее, если в резерв, то пишите, сделайте заказ. Гипоцирта голая. Смотрите, как оно красиво цветет. Вот здесь вот видите его цветочек. Вот он. И оно сейчас в цвету. Оно сейчас зацветет полностью все. Огромное тоже растение. Оно будет стоить всего 500 рублей. Вот такое огромное растение в подвесном кашпо 500 рублей. Эсхинантус мраморный в цвету сейчас. Вот на бутонах весь огромный эсхинантус мраморный. Будет стоить 700 рублей. Очень красиво цветет. И его потом вот эти вот околоцветники становятся темно-бордового оттенка. И даже после того, как она отцветет, эти околоцветники все равно имеют свою декоративность. Вот здесь вот вы видите, они темно-бордовые, и они очень долго остаются на самом растении. Повторяю еще раз, это растение эсхинантус мраморный, он будет стоить 700 рублей. Традисканция белоцветковая. Вот такая крупная в подвесном кашпо будет стоить всего 600 рублей. Вот такое огромное растение. 600 рублей в подвесном кашпо. Очень красивый розовый. На солнышке будет еще розовее. Обратная сторона листиков, видите, тоже ярко такого фуксия оттенка. Кализия ползучая, просто красавица. Вот такой шарик зелененький в подвесном кашпо. Кализия ползучая вот в таком размере вы нигде не найдете. Ну не найдете. Она будет стоить всего 800 рублей. Вот такая огромная, наросшая, красивая зеленая шапка. 800 рублей. Руэлия портеллы. Вот такое красивое декоративно-лиственное растение с каймой фиолетовой по обратной стороне листа. Цветение у нее ярко-фиолетового цвета. Красивые такие трубочки, длинные цветочки. Очень красиво сейчас она находится в состоянии уже отцветания. Но это ничего не значит. Она уже готовит новые бутоны. Она должна сейчас опять повторно зацвести. Поэтому ее цена этой руэли всего-навсего 600 рублей. Гибискус китайский. Вот такое крупное растение. Вот такое крупное растение уже с новыми побегами. Вот такой наросшей массой зеленый. Очень красивый. Его цветение будет. Все мы представляем гибискус. Красные, яркие такие цветки. Будет стоить всего-навсего 600 рублей. Вот нас вот в таком уже размере. Фуксия изящная. Вот такие вот небольшие растюшки, которые в скором времени зацветут. Как обычная фуксия. Очень красивыми цветками фотографии прикреплю. Фуксия изящная. Всего 400 рублей. Уже крупное вот такое растение. Следующее растение для любителей что-нибудь вырастить и покушать. Это острые перчики в цвету и с завязями, уже с небольшими завязями плодов. Кто хочет устроить у себя на подоконнике такой небольшой огородик, пожалуйста. Он, этот перчик у нас хорошо и растет, и плодоносит. Это вот такой мелкий перчик остренький для кулинарии и для блюд различных. Вот такой мелкий перчик будет стоить всего 300 рублей. 300 рублей. Лимон сортовой вот в таком состоянии, да, крупный уже подросток, будет стоить всего 500 рублей. С хорошим набором листовой массы. Видите, да, укорененный хороший черенок уже пошел в рост. За такой размер 500 рублей это очень дешево. Вот такой декоративно-лиственный кадениум, уже взрослый подросток, будет стоить 600 рублей. Потом его листики становятся еще более красного оттенка, и он становится вот такой весь расписной красивый. Всего 600 рублей. Алоэ лекарственное, то, которое делают кремы из него делают различные маски, это как раз алоэ лекарственное. Алоэ вот такого размера, вот в таком виде, большом, алоэ лекарственное будет стоить всего 600 рублей. Вот такая огромная розетка. Видите, да, уже листья какие крупные. 600 рублей.
Генура плетистая, то растение, которое у нас славится своими цветовыми вариациями. То есть, если на нее прямо смотреть, она абсолютно зеленая. Если под углом, то она становится фиолетовой. Вот так зеленая, вот так фиолетовая. Обратная сторона у нее листовая пластинка тоже фиолетовая. Вот такое растение генуры будет стоить всего 350 рублей. Спармания африканская. Вот такое огромное растение, уже на бутонах, все на бутонах причем. Видите, да, с каждой стороны по бутончикам. Очень красиво цветет, беспроблемное растение будет стоить всего 600 рублей. Вот такой огромный куст 600 рублей. И растение, которое мы узнаем сразу же по аромату, это пеларгония душистая. Эта пеларгония имеет аромат, как у мелиссы садовой. Очень вкусный запах, очень сильный, только ее немножечко ветром потревожить, и она сразу же начинает пахнуть, как мелисса. Плюс к этому еще и красиво достаточно цветет. Она используется в основном используется как ароматизатор помещений. Если ее поставить на кухню, то вся кухня будет пахнуть лимонным, вот такой вот свежей мятой или с лимоном, как будто бы мелиссой будет пахнуть. Очень ароматный, очень красивый такой кустик. Будет стоить всего-навсего 350 рублей.